нужна ассоциация, которая в тот сложный период времени бы могла иметь вес в объединении интересов всего банковского сообщества и отстаивать интересы банков в взаимоотношениях с регулятором, в взаимоотношениях с властями и нахождение консенсуса внутри банковского сообщества. К сожалению, мы этого не увидели. Мы попросили изменить устав, потому что устав сегодня построен таким образом, что руководителя ассоциации сменить невозможно. И он нам ответил отказом, тогда по предложению мы не были инициатором всего этого дела, но мы сказали, что мы готовы поддержать другие банки с тем, чтобы создать некую новую ассоциацию, где бы принципы сменяемости, отражения интересов членов сообщества превалировали над какими-то бюрократическими интересами отдельных.